Установка СНПЧ на многофункциональное устройство Epson Workforce 633. Поставьте СНПЧ с левой стороны от принтера и расправьте чернильный шлейф. Подключите многофункциональное устройство к электросети и включите его. Выберите язык. Откройте крышку печатающего устройства. После того, как каретка выйдет в положение замены картриджей, отключите многофункциональное устройство от электросети, вытащив шнур питания. Если перед установкой СНПЧ многофункциональное устройство уже работало, извлеките картриджи из каретки, следуя инструкции к принтеру. При помощи плоской отвертки снимите крышку отсека картриджей, установив отвертку между клипсой и кареткой. Отклоните клипсу вправо до возможности извлечения крышки. Снимите крышку. В случае поломки клипсы принтер продолжает работать. Проверьте соответствие порядка картриджей цветной наклейке на корпусе многофункционального устройства. Вставьте блок картриджей в каретку. Передвиньте каретку так, чтобы обнять ее двумя руками, и аккуратно нажмите на картриджи до характерного щелчка. Проверьте все 4 защелки. Установите клипсу на корпус многофункционального устройства и закрепите в ней чернильный шлейф. Передвиньте каретку в крайнее левое положение, затем в крайнее правое положение. Проверьте, не перекручивается ли шлейф и не мешает ли он ходу каретки. Шлейф не должен провисать. Вытащите маленькие пробки и аккуратно на их место установите воздушные фильтры. Это рабочее положение СНПЧ. Обязательно сохраните пробки для дальнейшей транспортировки принтера с установленной СНПЧ. Подключите печатающее устройство к электросети и включите его. При появлении на дисплее многофункционального устройства информации о необходимости заменить чернильный картридж, проведите процедуру обновления уровня чернил зажатием кнопки обнуления, находящейся над картриджами, на 5-7 секунд. Вместе датчика открытой крышки установите кусочек пенопласта, зажав кнопку датчика. Закройте крышку принтера. Через несколько минут принтер будет готов к работе. Резервуар с чернилами должен находиться на том же уровне, что и принтер, не выше и не ниже. Установите бумагу в лоток. Подключите многофункциональное устройство к компьютеру. Нажмите «Пуск», «Устройство и принтеры». Правой кнопкой мыши кликните на значок принтера и выберите «Настройка печати», «Maintenance», «Nozzle Check» и нажмите кнопку «Print». Удачной вам печати!